Когда видишь военные корабли, то никакой радости нет, как вот парус, например, позитивные эмоции вызывает, а военные, они агрессивно выглядят, страшные, анахронизм уже в наше время, все эти военные дела нахрен не нужны, людей убивать не надо. Надо жить счастливо, хорошие, интересные вещи делать, а не валить друг друга, как дикари.